Награда за экономность. В правительстве области поздравили победителей регионального этапа конкурса проектов, реализованных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЕНЭС-2016. Свои работы на суд жюри представили 6 организаций. Номинация «Лучший проект по модернизации уличного освещения» победу разделили сразу 2 муниципальных образования – Лухский район и городской округ Вичуга. Ивановский энергетический колледж снял видео ролик по пропаганде энергосберегающего образа жизни. А вот специалисты ИГУ шагнули дальше, модернизировали систему отопления своих общежитий. Теперь ждут зимы, чтобы оценить, насколько показатели микроклимата в помещении будут соответствовать запланированным в теории. Обещают, что ни один студент в результате эксперимента не замерзнет. Поменяли батареи, совершенно верно, на радиаторы с новыми улучшенными качествами теплоотдачи. Изолировали, сделали изоляцию тепловую разводки системы отопления, чтобы минимизировать тепловые потери. Ну, собственно, отладили систему отопления. Экономию считали, поскольку у нас своя котельная, то экономия выльется у нас, безусловно, в экономию газа, который потребляет котельная на производство тепловой энергии. Ну и, безусловно, экономия будет финансовая, которая тоже в настоящее время мы не можем, да, остаться в стороне от этого вопроса. Безусловно, мы хотим сэкономить деньги.